тебе говорю 400 рублей, эти конченые, ну там, ну, на самом деле это... конченые? Не 4 тысячи, там, не 400 тысяч, ну, значит, 400 рублей. 400 рублей конченые. Зачем вы тогда сюда сели вообще в мою машину? А ты хочешь сказать, а зачем сел, да? Потому что не надо было, брат. А куда ехать? В Москву, что ли? В офисе? Нет, а надо звонить. Ой, позвоните. Нет, такси вызвало. 402 рубля. Придумаем. А что вы можете все придумать? Ну, оставлю тебе один телефон, завтра переведу, как бы, доплачу, ну, допустим, сколько тебе до меня надо ехать по заказу. Ну, обычно, если у меня такая ситуация, я вот оставляю телефон. Потом, ну, находится человек, допустим, на ветеранов, а я, допустим, на московский. Вот это расстояние по заказу он берет сверху, что у меня просто все. А что у вас за телефон? Я оставляю, да какая разница, вот этот тапочек я оставлю за 400 рублей тебе, рабочий свой телефон. Мне тапочек не Вы сказали, у вас на Киви есть. Я сказал, переведу. Оставь номер, я переведу тебе. Утром день. А, нет, такой номер не прокатит. Я сам с Оренбургской области, у меня сейчас мать проснется, поэтому по нашему будет 6 времени, да, у нас будет 8. Я позвоню к ней, она переведет мне, тебе переведу 400 рублей, эти конченые. Ну, там, ну, на самом деле это... Что значит конченые? Не 4 тысячи, там, не 400 тысяч. Что значит 400 рублей конченые? Ну, это 400 рублей. Ну, вы сейчас вы так говорите, как будто я за какие-то копейки с вас... Я сам работаю в такси, ну, в просто... Да, не обязательно, неправильно выразился, да. Ну... Сам я работаю водителем всю дорогу просто. Поэтому как бы, ну, я это все прекрасно понимаю, это неприятно. Ну вот вы прекрасно понимаете, давайте разбираться с этим резко, и я поехал. У меня нет денег. Давай оставляй, значит, сенсор на телефон, записывай мой номер я и. Я не оставлю сенсор на телефон, потому что если оставлю сенсор на телефон, я не найду тебе денег. Элементарно. И что ты тогда мне предлагаешь? Я предлагаю тебе оставить свой второй телефон. Да мне он не нужен. Сим-карты вместе. Не нужен он мне. Я тебе предложил свой вариант, у тебя нет денег, я тебе предлагаю вариант. Я его не могу оставить, как ты не поймешь, да, у меня вся работа. Ой, я не могу тогда вот сейчас уехать без денег, давай, придумай. Я не знаю, ну а что ты мне делать? Я тебе предложил паспорт вариант. Оставлять. Да мне не нужен твой паспорт. Я тебе предложил вариант, запиши мой номер, оставляй телефон, завтра, когда наберешь. Я не могу тебе оставить этот телефон, понимаешь, потому что я не смогу без него, как без руки. Если бы я мог оставить, я бы положил его, сказал, на, держи, и ушел бы спокойно. Неужели, ну... Ну, раз ты с утра можешь найти деньги, я не думаю, что это проблема. Оставить телефон, тем более мои данные там в Яндексе есть, кто он заказывал. Да... Нет, этот телефон тоже нахуй не нужен. Да, ну я заплачу тебе, я думаю, тебе не останется этот телефон, он мне нужен, этот телефон. Ну, я про сенсор на ваш говорю. Поэтому сейчас надо решить. Я не решить. Оставлю этот телефон. Ну, тогда найдите, пожалуйста, деньги, и все, я поехал. И денег я не найду, я предлагаю вот такой вариант. Зачем вы тогда сюда сели вообще в мою машину? А ты хочешь сказать, а зачем сел, да? Потому что не надо было, брат.
Почему, блядь, нельзя сесть, нахуй, сказать, дружище, у меня нет денег, есть вариант отвезти или нет? Нахуй, блядь, придумывать какую-то я хуйню? Я так и делаю обычно. Ну а какого хуя денег ты сейчас вот так вот делаешь, не понимаю? А что ты разговариваешь со мной, как будто я не знаю, пацан 5-летний. Ну потому что это не первый, раз. Я понимаю, что не первый, я так же работал, как и ты в такси. Ну если ты так же работал... Я переведу, то значит я переведу. Да я знаю, сколько я, блядь, раз ты таких случаев слышал. Я, за 400 рублей не размениваюсь. Я за 1000 рублей не размениваюсь. Да какая разница, тут не в сумме дело, тут вот вообще именно, ситуация. Не в сумме дело, тут в принципе дело, что, ну, как бы, блядь, я на твоем месте езжу постоянно, периодически. Ну и что? Поэтому я постоянно перевожу за такси. А зачем ты тогда, раз ты знаешь и вот так вот делаешь? Что я знаю? Ну ты говоришь, ты сам работаешь в такси. Я работаю в такси, когда у меня такие ситуации, я тоже нервничаю. Ну, когда я попадаю в такую ситуацию, в ёбнутую, которая, ну, я тебе этого не буду доказывать, но я в ней не виноват в этой ситуации. Человек мне пообещал перевести денег. Сейчас он не берет трубку, я ему звонил. Набери еще раз. До завтра, до послезавтра, да, ну да такое вообще. Да никакие, допустим, завтра, не, 4 не часа времени. Нет, не вариант. Ну поехали куда, службу поддержки, там куда он говорит ехать, поехали. Куда поехали? Ну я не знаю, там куда службу поддержки, он скажет, поедем сейчас. Что за служба поддержки? Ну, в Яндексе что-нибудь службу поддержки выбери. Они же, ну кто-то же должен эти ситуации решать. А куда ехать, в Москву что ли, в офисе? Нет, а надо звонить, ну, и позвонить. Тратите мое время. Оно не бесплатное. У меня нет вариантов, я что здесь сделаю. Поехали, что делать? Будем предложил вариант. Я стоять до 6, я тебе заплачу, простой. Ну а что тогда? Что значит кататься до 6? Мне что делать? Ну стоять будем здесь до 6, значит. Алло. Есть у тебя 400 рублей на карте? Да такси не хватает у меня. Все, ладно, давай, понял. Ну что, ну я предложил все варианты. Ну вы сейчас позвонили маме же, да, наверное? Да. Ну, но сказали нет. А как? Вы же разговаривали. Ну она с просонья, человек взял трубку, говорит, какое такси. Завтра то же самое вам скажут. Я вам предложил вариант. Да я не оставлю сенсор на телефон. Ну знаете, деньги мне положите, и я поехал. У меня нету денег. Ну я вам вариант предлагаю, ну, что... Ну я не могу тебе его оставить, но ты не поймешь. А мне что делать? Мне здесь сидеть с тобой до посинения или что? Я же тебе предложил, я тебе говорю, я тебе отдам эти деньги. Здесь я тебе могу только предложить, потому что ты мне должен. Потому что ты мне должен деньги за поездку, поэтому я тебе предлагаю альтернативу. Я тебе предлагаю свой паспорт уже. Да мне он не нужен. Ну а какая разница? Почему ты такой принципиальный? Я не принципиальный, я потому что уже 100 раз был в таких ситуациях. В каких? Это паспорт оставляет? Нет, вот в таких вот, как вот сейчас. То, что мы доезжаем до конца, ну, заканчиваем поездку, потом вот, бля, денег нет, давай я тебе переведу, давай это, давай то. Это уже такая, на самом деле, раскатанная история, что, бля, честно, да, заебало. Да, перестань, если бы я бы хотел тебе рассказать, я бы рассказал это по-другому. Все. Вышел бы молча и пошел бы просто. Ты что, ты бы драться кинулся ко мне, что ли? Что еще раз? Я бы вышел молча и ушел. Ты бы далеко не ушел. Ты бы драться ко мне кинулся, ты бы далеко не ушел. Ну вот именно, что я бы вышел и ушел бы. И ты ничего ты сейчас не даже делал. Если подумаешь об этом, ты далеко не уйдешь. Ну, да просто и... выйти и уйти. Ну, а смысл мне просто выйти и уходить? Извините меня со службы поддержки Uber, пожалуйста.
Добрый вечер, Виталий. Приехал на машинке, денежку не перевели, мне нечем заплатить. Что мне в этой ситуации можно сделать? Как? Там техподдержки ничего дельного тебе не предложат, я тебе сразу скажу. Фиксируй, пускай же все. Что-что? Ну, фиксируй, что я позвонил, самое главное, ты не обратился. Предложат, не предложат, как водитель, когда откуда стоит, они тут вообще ничего не предлагают куда-то. Как к ним обращаешься, они тоже ничего не предлагают. Что-что, водитель? Откуда стоит, Владимир Иванович? Просто так взял и откуда стоит, Владимир. Я тебя охуенно сделаю. Точно стоял, не вот это серьезно говорю. Я подошел к тебе. Я ему также позвонил, говорю, ну, проедь во двор сюда, на Степан Разин 13. А то есть сюда, потому что у меня было 4 сумки тяжелых с собой. Он через трубку отхуесосил меня и потом трубку не берет просто в обратную сторону. Ну, его тоже можно понять. Ну, как вот, точка стояла там, он туда поехал. Я в чем виноват? Точку-то выставить. Вот так точку я ставлю во дворе. Там есть еще забор такой, они бывают на территории вообще завода проезжают. Как паспорт оставлю? Ну 4 часа я тебе сейчас бабки найду. Ну, чтобы уже ни себя держать, я тебе оставлю свой паспорт. Давай паспорт и тапик оставляй и уходи. Держи. Номер дай свой, пожалуйста. Написано. Пишу. 8909. 765. Я тебя охуенно сделаю. А? Ну давай. Я тебе серьезно говорю. 5. Как зовут? Шухроб. Все, прошел гудок, да? Давай, счастливо, удачи. Гостиница живет, 400 рублей нету. Бля, какая-то странная хуета, бля. Киви он пользуется, потому что, блядь, закладки ебаные, блядь. А бабки все туда просадил, последние 200 рублей, видимо, не хватало. Вот я ему закинул, ебать, все, купил. И приехал на эту точку, наверное, закладку поднял, уёбок ёбаный. Всем доброго времени суток. Дошло это до того, что пассажир кормил завтраками буквально... Ну, недели две, наверное. Кормил. Завтра скину, мамой клянусь. Вот сегодня вечером там отвечаю. Ну и все в этом роде, короче. Итого я ему раза три, наверное, говорил. Типа, вот сегодня, если не скинешь паспорт и телефон твой, я выкину просто. Или, говорю, оставлю, скину тебе геолокацию, где забрать просто, потому что мне, честно, это уже надоело постоянно вот это слушать. Ой, давай завтра, да, вот сегодня должен получить, а вот вчера у меня с жильем была проблема, сегодня вот ночую на улице, там еще. Короче, человек своими проблемами проникся и занимается своими делами. А то, что он должен был оплатить поездку, ну, он так. Он же забыл про это. Вот, и дошло до того, что как-то рассказываю другу про эту ситуацию. Он говорит, давай приколись, этот, скинь ему фотку, типа ты сжег его паспорт. И все, говорит, я думаю, закончится на этом. Он мне... Там поисковик вел, я не помню, как он вел, просто паспорт на костер из паспорта, ну или что-то такое. Скинул мне, я ему кидаю, говорю, все, говорю, вот твой паспорт, сейчас я тебе кину геолокацию, пойдешь заберешь, если от него что-нибудь останется.
он там начал этот панику начал, вот это вот я к тебе по-человечески, началось вот это вот. Я думаю, ничего себе, по-человечески. По-человечески сначала, грубо говоря, меня наебал в начале поездки. Потом в середине поездки я уже примерно догадался, что это кидалово. Во-первых, он сначала за киви сказал. Обычно вот кто киви пользуется, какая-нибудь хуйня всегда происходит с ними, короче. И в конце...